Накануне в Греции во время утренней пробежки упал и умер, вероятно, от остановки сердца, 60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев, который буквально за сутки до своей роковой прогулки на свежем воздухе в субботу 7 сентября за 9 часов в Ионическом море проплыл 30 километров. 9 смельчаков, среди которых был и Игорь Макеев, участвовали в суперзаплыве «Ультра Оушен Мэн». Как утверждают знатоки, прежде, чтобы получить звание «Человека океана», достаточно было проплыть 10 километров на открытой воде. Но в этом году в Греции программу для пловцов усложнили. Как признавался за сутки до трагедии сам Макеев в комментариях порталу Е1, 30 километров – это очень длинная дистанция. И плыли они не вдоль берега, а в открытом море. А там волны, подводные течения и ветер. Каждого из участников ультразаплыва сопровождал катер. С него пловцов кормили и указывали, куда им дальше плыть. По словам Макеева, в первые полтора часа на море была зябь, потом ее сменил штиль. А после полудня поднялся ветер и усилилась волна. Макеев свои 30 километров преодолел третьим, уступив греку и украинцу. В 2017-м наш земляк в одиночку за 4,5 часа переплыл Гибралтар. А в 16-м шестеро пловцов, любителей из Екатеринбурга, среди которых был Макеев, не смогли переплыть залив на Гавайях из-за акул. Плыли по одному, меняясь каждые полчаса. На 9-м часу эстафеты возле катера была замечена стая акул, и заплыв пришлось прервать. По словам вице-президента региональной федерации плавания Сергея Куликова, в Греции Макеев был с семьей. Планировал после соревнований на недельку остаться в этой стране, чтобы местными красотами полюбоваться и отдохнуть. В понедельник 9-го Игорь вышел на прогулку. Неожиданно ему стало плохо. Он упал. Врачи ничего сделать уже не могли. Точная причина смерти пловца пока неизвестна. Сейчас семья решает, как вернуть тело на родину. Здесь, судя по комментариях в Фейсбуке, Макеев был не просто тренером. Лучшим в моей жизни написал один из его учеников под ником Скорпилео на его страничке. Спасибо за все. За сборы, соревнования, за юмор, такт и ум. За то, что вы так болели душой за свое дело, уточнила, вероятно, еще одна бывшая ученица Макеева Наталья Фадеева.